возомнили себя богами. Бог над нами один. И не вправе человек решать чью-то судьбу, отнимать здоровье у другого человека. Лаборатория для полиции пригодится, слаб пригодится, прост пригодится. Да? На академии для полиции винку конштинцы слабы. Салку липса конштиенцы. Да, тортура есть интерзиса абсолют. Шедевр, че есть демонитаты омолы, кари сент интерзичили, ларвел интерзичили, кари сент облигатюли Республики Молдова. După aceea avem феномен care peste 2-3 ani se manifestă în proastă activitatea poliției. Просто в 12 часов ночи вломились через двери в бронежилетах и все связали, наручники, принесли кулек запчастей от оружия, расстелили на газетку, сфотографировали, все занесли в протокол якобы обыска, изъяли. Ну, в конечном итоге мне вменили эту статью и дали условный срок, так как я... Они доказали, как бы сделали экспертизу, что там 2 или 3 патрона боеспособны. Все, это является боеприпасами. А то, что как эти вещи могли находиться у меня в доме, если на них ни моих отпечатков, я их никогда в жизни не видел и не трогал, это никто во внимание не принимает. Дали 10 суток ареста. Ну и начали свои процедуры. Там одевают противогаз на голову, закрывают клапан, не дают дышать. Предварительно связывают руки, ноги за спиной, подвешивают вот в таком состоянии, как руки с ногами связывают, и вот так вот труба на руках. И висишь. Тебе предлагают разные варианты уголовных статей, какие ты выбираешь, какие ты хочешь, подписывать документы. Се фаче аша зису тырг. Когда персона есть стресата, lui se propun diferite variante de soluționare a întrebării, inclusiv câteodată nu prea cinstite. Hai spune tot, hai recunoaște, scrie când ai pretenții și îți dăm drumul. Persoana se gândește ca el să fie cât mai repede eliberat și semnează orice hârtie care pe urmă poate să fie nu în folosul lui și cu greu poate să-și dovedească dreptatea. Избиваю там по пяткам, чтобы вызвать у человека болевой шок. А в болевом шоке человек может наговорить все, что угодно. Рядом стоит, там, не знаю, врач или фельдшер какой-то, который следит за твоим состоянием, за твоим ритмом сердца, который прощупывает пульс во время пыток, который дает команду остановиться или продолжать. Как обычай, виктимили тортури, но опцин у ассистенца медикала ла тимп, но с букру де у ассистенца журидика калитатива ла тимп, шка Урмари, май грев, май тързу, ослифи, каждый мастреза, факту плекаре тортуры. Деваться некуда, ты изолирован от мира. Позвонить кому-то, сообщить невозможно. Если ручка считается запрещенным предметом в камере, написать что-то вообще нереально. Феномен тортуры в унели комиссариаты де полиции, если распандит май мулт, а на алтели комиссариаты де полиции, о фос шмаренте аша шакума. Де унде апаре чест феномен? Есть импосибил. De crezut, de imaginat o situație când un comisar de șeful comisariatului de poliție nu cunoaște ce se întâmplă în comisariat. Depinde cine conduce și cum conduce comisariatul de poliție. Там и начальник отделов тоже Кокош, его фамилия, позволял себе бить по голове 2-литровыми бутылками с водой, пластиками, чтобы не оставалось. После бутылок не остается там реальных. Не рубит кожу, не остается реальной гематомы, а просто мозги отбиваются внутри черепной коробки. Это, наверное, существовало много лет. Просто люди, которые не попадают туда, они этого не видят и не знают. А кто попадает, может просто неудобно ему даже говорить об этих условиях. Когда сидишь в камере, практически там каждую ночь из 3-4 камер реальные крики людей, нечеловеческие крики. И это ты все слышишь, как бы это тоже как-то на психику давит. Такие люди не то, что в полиции не должны работать. Таких людей вообще нужно реально изолировать от мира. Потому что это реальные маньячины, это не люди. Скорая помощь, могу с уверенностью сказать, что большинство врачей делают так, как им скажет полиция. Врач просто там, не знаю, кто он, невропатолог, кто он есть. Ну, он просто подошел, там, подними ногу, подними руку. Он даже не прикоснулся ко мне. То есть это все обследование с его стороны. В плане
судейской системы, там, полицейских. У меня доверия нет абсолютно никакому органу в этом плане. 4 года как бы боролся, пытался доказать свою невиновность. Дошли до высшей судебной палаты, обратно вернули дело на рассмотрение в апелляционную. И апелляционная решила как бы не менять ничего. Реально уперся в стену закона, где пробитие невозможно. Долго боролись, пытались в стране добиться какой-то справедливости, но в ответ тишина, наглые усмешки и вообще полный игнор со стороны прокуроров, судей, всей системы. Живется Ментюнецка доведели физичи, але тортури и финт президенте конституя о довада фарте импортанте к акту де тортура абут лог. Зио де 6-7 апреля am aflat că la Chișinău sunt proteste pașnice. Am hotărât să vin și eu la Chișinău să văd care e situația. Brusc, în autobusul în care eram noi, au intrat doi mascați. Unul a pus pistoletul în cap șoferului, altul a îndreptat automatul spre noi. Mascați a spus să urmeze o mașină care era dinainte. Nu aveam idee unde ne ducem, pentru ce ne-au oprit. Ne-am trezit într-o încăpere, mai bine spus într-o ogradă. Numai s-a deschis rutiera, polițiștii au început să ne bată. La fiecare câte un baston sau două. Ne-au pus cu mâinile la perete, unde am stat în jurul la 4-5 ore, cu mâinile în sus, ei permanent treceau din urma noastră. Noi cum eram într-o poziție așa, ei veneau și cu pumnul pe leu așa în rinichi. Pe leu, vă închipuiți, dacă stai cu mâinile în sus, rinichi aproape e gol. Când pe leu, cădeai jos automat. Într-o oră am dat de 3 ore amprentele, de 2-3 ori m-au fotografiat, m-au filmat. După care am început să intrăm în izolator de detenție. Unii și-au început tot infernul ăsta. Era o ușă și un coridor foarte lung. Polițistul deschidea ușa și el, aflând că noi suntem de alcohol, strâga altul de alcohol. Intra unul și noi auzăm, pește 4-5 oameni, noi auzăm cât de tare strâga ăsta, că îl băteau așa e. Și vă închipuiți, eu eram undeva la 30-le și eu îmi dădeam seama că îi bate, dar nu așa tare. Și la momentul când eram undeva 4-lea, când auzăm cum străga, închipuiți-vă a 3-lea, respectiv Chișeu, respectiv a 2-lea și primul la ușă, închipuiți-vă și emoții avem eu când știam că deschide ușa și conștient, el spune altul de la cahul, eu conștient, nimic.